Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Самарские новости спорта покажет Самара ГИС. Тольяттинская дзюдоистка София Редькина завоевала бронзовую медаль в первенстве России. На татами в Красноярске вышло более 600 молодых спортсменов. Редькина победила в весовой категории до 78 килограммов. Этот успех позволил дзюдоистке попасть в национальную сборную. А футболист крыльев Советов Раду Гонсарь уже сыграл за национальную сборную «Правда Молдавии» в отборочном матче чемпионата Европы против Исландии. Команда Гонсаря проиграла 1-2, и полузащитник уже на базе крыльев Советов и готовится к матчу с ЦСКА, который пройдет в Москве в это воскресенье 24 ноября. Сейчас самарский клуб занимает 12 место, армейцы – 4. А боксер-профессионал Максим Власов выйдет на ринг 30 ноября. В Майкопе в республиканском центре Адыгея соперником самарца будет Эммануэль Мартей из Ганы. На кону пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. В активе Власова 44 победы и всего 3 поражения. На счету Мартея 15 боев и 15 побед. Это были самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города.